Еще у меня вчера был дикий флешбэк в плане, ну, ностальгический флешбэк. Да-да-да. Вот, потому что на концерт в Киеве пришел чувак, который разговаривает вот так, блядь, нахуй. Вот, выяснилось, что мы с ним, точнее, я знал, что мы с ним могли познакомиться 5 лет назад, но он бухой заснул где-то под столом. Мы вчера вспомнили эту историю. Он меня видел, видимо, сквозь алкоугар, а я его нет. Вот, и вот 5 лет спустя мы познакомились. И мне еще очень много пишут, а как же так, кто-то там вот, кого-то диссил, блядь. Вы не представляете, насколько мне похуй, на самом деле, что. Вот. Есть несколько человек, которые вызывают омерзение, остальные мне как-то по барабану. Да вы сами знаете, что... Вот, короче, нет, царь у меня просто вызвал очень-очень такие воспоминания об Бобси Краше и всей этой хуйне, с которой все начиналось. Это было забавно. Я не могу поверить в том, как все с того момента разрослось. И если здесь есть те, кто были, вот, ну, вот я знаю, что есть, там, 4 года назад, я рад, что вы все еще со мной, и ебашим дальше, короче. И окей.